Сегодня я покажу вам, как я готовлю свиные ребрышки. Вот мираторговские ребра в таком пакетике. В общем, взяла их две штучки. Получилось у меня в общей сложности на 250 рублей. Вот медленной скоростью режу. Я не люблю на маленькие кусочки, люблю на большие куски. Вот режу. Вот. Какие будут ингредиенты? Ребра обыкновенные, пиво, соль, перец, сахар. Точнее, не сахар, а мед, чеснок. В общем, все стандартно, мне кажется. Вот нарезаем ребра кусочками. Отправляем все в кастрюлечку. После этого берем лук. Тоже начинаем резать. Можно резать большими кусками, такими. Ну, особо там, честно говоря, все равно, как режете. Закидываем все это в кастрюлю. Надо было, конечно, взять побольше кастрюли, чтобы лучше мешать. Ну, уж что взял, как говорится, то взял. Все, закидываем. Стараемся перемешать их. Действительно, надо было побольше кастрюльку взять. Ну, перемешиваем. После этого начинаем солить. Я не люблю много соли. Так, чуть-чуть. Солили. Поперчили. Вот у меня такая специальная приспособа. Вот поперчили. После этого берем чеснок. Можно брать один, можно два. Но у меня вот был тут один кусок. Я это все дело порезал, все поперчил. Все это мы перемешали. После этого вливаем пиво. Говорят, что надо темное пиво. Ну, а я какое был, такое влил. Давно у меня что-то стояло, не пил. Все. Все это дело помешали и закинули в холодильничек. В холодильнике у меня стояло где-то часа три, даже может и поболее. После этого разогреваем вок. Хороший, кстати, всем рекомендую, сковорода, очень удачно. Вот в одну сковороду я выливаю пиво, то есть вот этот соус, в котором ребрышки настаивались, мариновались, а в другую сами ребра. Вместе с луком. Вот чуть-чуть их обжариваем, чтобы немного прихватилось. В это время делаем такой же горячий раствор вот этого пива. Туда можно лук весь выбирать. Ну, вот мне просто нравится делать так. Я выбираю туда лук. В это время ребра жарим. Вот, доводим до такого чуть-чуть прихватывающего состояния. Получается две кастрюли у нас, в одной жареные ребра, в другой подогретый соус, маринад, главный ингредиент которого это пиво. Все, собственно говоря, и все, почти весь рецепт. Сейчас все это мы берем, вот получилась такая, ну, неплохая картиночка, вот здесь тоже уже так, все тихо-тихо подогревается. Сейчас мы все это отправим. У меня есть специальный такой горшочек керамический, удобная вещь, ничего не подгорает. Закидываю сначала ребра туда, вот, закидали. После этого зальем туда горячим маринадом тире пивом с луком и со специями. Можно какие хочешь специи туда забросить, в общем, это на вкус и цвет. Вот одну беру ложку меда. Ну, придаст неплохой вкус. Растворяю все в этом деле. В маринадике. Растворили. После этого выливаем туда. Вот. Ну, я на камеру так выливал. На самом деле-то я бухнул прямо из сковороды. Вот. Закинули это все. Закрыли крышечкой. И ставим все это дело, чугунок, в нашу газоплиту. Включили. И где-то минут, наверное, часа полтора или два тушил. Вот получилась такая красота. Действительно вкусные, поверьте, очень хорошие ребра. Вкусные, сочные, с таким интересным запахом хлебным. Ну, потому что пиво, наверное.
Вот, ну что, все, собственно говоря, готово. Кто пьет водку, закусывает ребрами. Кто не пьет водку, тот пьет вино. Можно вообще ничего не пить. Ну вот, получилось вот такое дело. Всем рекомендую. Получается вкусно. Ну, может быть, достаточно долго. Ну, в общем, ничего. Вот у меня бутылочки венца, тарелочки. Собственно говоря, все. Все готово. Приятного аппетита. Всем пока. Всем привет. До свидания.